А не спрашивал ли он, почему он, парень из такого тонкого сукна, шьет себе фрак? Может быть, он говорил, не хочет ли, дескать, парень жениться? А Гордак не сказал ему, какой на мне чин и где я служу, а? У Харківському академічному театрі «Ляльок» імені Афанасьєва прем'єра – спектакль «Женітьба». Це вже не перша вистава театру «Ляльок», створена за мотивами творів Миколи Гоголя. В театрі прямо «Гоголіада» – це третій спектакль Гоголя. І, по-моєму, от публіка прийняла його. Ми вже сравнювалися з класичними постановками Марка Захарова, в інших, так сказати, колективах. І фільм, і все. І звісні актери знімалися. Я як посмотрел «Броневого», думаю, боже, мені йшли все виконувати, «Броневої», «Корифей сцени». Но здесь особая атмосфера. У нас свое дитя родилось, у нас свой спектакль. Со всеми нюансами, даже те, которые мы не знали, что режиссер и художник воплотят на сцене вот такую фантасмагорию гоголевскую. Не знаю, как читалось из зала, но мы, по крайней мере, несли, пытались нести эту атмосферу. Перші хвилини після вистави для акторів особливо хвилюючі. Емоції переповнюють. У нас сейчас идет момент такой, мы накапливали энергию все эти там несколько месяцев, пока репетировали, сейчас мы ее выдали, и вот сейчас идет такое некое опустошение хорошее, творческое. Поэтому, признаюсь честно, у меня даже мой дар краснобая и, так сказать, сейчас просто отдыхает. Я даже не могу... Николай Васильевич моими устами сказал все, я даже не знаю, что еще можно добавить, если честно. Спектакль поплыл, там... По-моему, да, родился мальчик. Как называют режиссеры, она делит спектакли на девочек и мальчиков. Вот сегодня мальчик, и, кажется, пошел. Ну, дай бог. Может быть, если даже не ранее, чем следует, и повелевает долг приличия. Мое почтение, если привезли со своим почтением, нелегко тебе принесли, подловили свои подсарые ноги. Да как же, сэр, я человек должностной, у меня времени немного. Скажите только одно слово, да или нет? Да или нет, сударь? Да или нет? Да или нет? Да или нет? Нет, сударь, да. Працюючи над «Женітьбою», спиралася на особисті враження від Санкт-Петербургу, зізнається художник-постановник Наталія Денисова. Здесь много теплоты, очень много человеческого, как, собственно, в самом городе Питере. Вот там очень много человека. Я не знаю, понятно говорю или нет. Вот, Питер очень много. Он создан человеком, он придуман человеком. Он невероятно театрален. Ну, мне показалось, что здесь, нам показалось, что здесь, вот Питер – это еще одно такое существо, еще один персонаж, который задает, наверное, тон, атмосферу. А в Харківському театрі «Ляльок» вже мріють про велике гастрольне турне з новою виставою. Кажуть, готові вирушити хоч сьогодні. Театр замечательный, у нас есть спектакли, которые хочется показывать, ну, в нашей стране, да и не только в нашей стране, потому что хочется, чтобы люди это видели. Поэтому, ну, дай бог, если кто-то решится организовать, ну, вот такое большое турне Харьковского академического театра кукол. Ну, кстати, об этом можно мечтать. Вот стучат, наверное, никто, женихи. А, как это женихи, я не готова. Агафья Тихоновна, постойте, Агафья Тихоновна, мне не хотелось бы теперь с ними встречаться. Так нет ли у вас здесь другого выхода? Есть, по черной лестнице.